Всем привет! С вами Джейк, Лепвинг и Эдвин. Поздоровайтесь. Всем хай. И мы играем в игру Untourned, которая багает. Да, я не знаю, мне не багает ничего. Да, только я тэпаюсь. Супер. Чувствую, как ты тэпаешься. Ой, я вижу лаки. Я не могу двигаться. Пацаны. Я иду к тебе. Я двигаться не могу. У меня здесь гора патронов. Так ты встань. Так я стою. О, все, теперь могу. Погнали. Это режим арены на новой карте пинбол с пинбольными маркерами. Народ, и вы на фиолетовой башне? Да. Я иду к вам. По мне стреляют, Ром. Сейчас, постой, я делаю самое важное. Что? Там как бы люди поджимают, ну ладно. Ладно, все, пошли. Я все сделал. Наверху, пацан. Давай, по мне стреляй прям. Ну да, сверху. Да откуда? Со всех сторон. Сверху. А, сейчас умру! Бегаем. Я умер. Он догнал. Эдвин, я наверху стою. Итак, я продолжаю запись. Тут Юки, то есть Эдвин и Лэппинг выиграли. Да просто умер. Вы все просто умерли. Это будет второй дубль, потому что в первом меня почти сразу убили. А, либо заново, типа, все ухайсу. Не-не-не-не. Просто продолжай. Get ready, one. Блин, какая язычка. Я на голубой башне какой-то. Я на белой башне, если что. Я на оранжевой башне. Я на белой башне, ко мне кто-то палит. Ну, все это нафиг. Ром, я помогаю. Если ко мне палит черный, то я не расист. Пацаны, молодцы. Юки, видишь меня? Я сзади. Вижу. Собираемся нахрен. Сзади. Я знаю. Да, пацаны, мы встретились. В тележку. Тут прицел, я его себе заберу. А! Патроны есть? Дай. Воп. Я просто стрелял, я по нему попал. Джейк, патроны. Патроны. Куда ты их кидаешь? Да, смотри, сейчас скину, пойдешь со мной, чтобы нас не убили. Так, нас здесь. Еще 7 людей, по-моему, у нас. Вот сюда, сейчас здесь нет никого. А, вот, тебе патроны. Ты чуть-чуть. Так. А по кому? Ром, откуда? Ну там, внизу. А, вижу, там перестрелки жесткие. Я поднимусь наверх, если что, это. Я стреляю по ним. Если что, попал. Пошли наверх. Джейк, пошли наверх. Ну я стреляю по этому пацану. Там их двое даже. Там их трое. Ой, ну нафиг. Поднимайся наверх, мы тебя уже там ждем. Фу. На фиолетовую башню. О, на квадрат. Но мне все равно нужно больше патронов, у меня их мало все равно. Тут, смотри, вот я могу еще надавать, я тут нашел по дороге. У меня еще полторы обоймы. У меня тоже. Поднимайся на самый верх. Ну я поднимаюсь. Не надо, типа... Я пошел, я крутой. Я в соло всех раскатаю. Нам будет паркур прокачать. Ты еще жив? Я, да. Я говорю, если что, это... Ну, а я говорю себе, я жив. Ну, ты жив, ты тоже. Там пацан на фиолетовом. Эдвин, ты жив? Да. Так, если ты будешь, значит, ты... На красный, поднимается на белую. Подберите патронов. Я стреляю по нему. А, Джек, иди сюда, здесь куча патронов. Ну там я пацан стрелял. А я не могу подняться. Боже, такая сошка. Ой, это приятно. А, я свалился! Кому рюкзак нужен? Я урон не нанес. А? Ты вышел? Да, я поднимаюсь к вам. Я же говорю, что урон не наносите. Давай пониже спустимся, на всякий случай. Пошел псинь. Значит, там Брэйл не нужен. Я Мэри Поппинс, нахрен. Там негру. Негру в Поппинс. Папа. Ладно. Ой, я попал. Нет, там негр просто упал. Конечно. Так, а где патроны? А, Джейк, а вот держи патрончик. Раз, два. Круг
просто жаль, что она. Ага, все, ну теперь мне хватит точно. Что? А куда круг? Круг, а, круг вот. Нам. Нет, нет, нет. Она тебе укладывается. Есть? Ну да, погнали. Не, просто землю. А, это ты. О, по кому так? Да я думал, что это брак. По-моему, белая башня была. Или нет? Стоп, их еще трое осталось. Нет, их еще двое против нас. Ну, круг сужается, по-моему, на нас. На оранжевый. По белым поднимаю. Сужать? Под нами, под нами, под нами, пацан. Он под нами? Да. Он не сужается? Нет. Боже мой. Там целая... Давайте покрасим здесь стены. О, как в игре на Wii U. Прикольная игра. Да, с плотом. А ты не играл на Wii, к сожалению. Ну, зато играл пацан один. Такой бородатый. Блин, он попал по нему. У меня жизнь мало вообще. Попал по нему. Я сверху по нему стреляю. Все, последний. Поднимаюсь, поднимаюсь. Еще два. Ну, последний. Нас трое. А у кого сколько жизни? По оранжевой чувак шел. Он сюда, да, шел. Короче, я видел, он по белой штуке шел к нам. Джейк, у тебя сколько? 100. Мне тоже 100. Все, кошельник. Понял, по-моему, вообще никто не раз. Ой, куда я попрыгал? Ой-ой, тут. По-моему, где-то вообще в жопе мира. О, пацан отпил у короны. Вон он поднимается. Угу. Лен, по мне просадил жестко. Да, сейчас умру. На угол, на угол. Он чмошник. Какого прицела? У меня. А сзади-то круг уже нас. Угу. Твою ж налево. Сейчас сдохну. Не от того, что круг, а от того, что больно. Эдвин тебя не убил. Он Эдвина с ножа пытается зарезать. Эдвин, иди ко мне. Да! Грохнул! Да! Мы выиграли! Изи, давайте! Найс! Знаете, мы как подпрыгнули, как в всяких старых мультиках и далее. Да! А потом все умерло. И в стоп-кадре. Короче, оказывается, у меня примерно 4 часа и не будет. Так, начинайте. Я на голубой фигне, рядом с фиолетовой. Я на зеленой башне. Твою! Дим, я иду к тебе. Дим, живи! Живи! Как так? Блин! Лайтинга больше нет? Нету. Он первым умер. Так я ему прям в голову попал, блин, там пацан кто-то. Да лучше за нами следи, Дим. А? Лучше за нами следи, говорю. Так я и так за нами следи, я и говорю. Смотри, смотри, смотрите, и один поднимается к тебе. Ну да. Это тот, кто меня убил. Я знаю. Такой, да? Я ему в голову попал несколько раз. Он красненький такой еще, да? Да. Он меня убил, я ему не успел. Да я знаю, что он тебя убил. Я по нему сверху стрелял. Так это твои были грубые пули? Да. Офигеть, ко мне чувак подошел, ударил меня с ножа и все, и умер. А на платформе фиолетовая. А, Эдвин, по тебе возможно что-то... Ой, сейчас сдохну, пацаны. Там два человека, понимаете, на фиолетовую башню. Лаки, иду к тебе. Блин, Джей. Как? Да как он выжил? У него 4, по-моему. Как он выжил? Там он сколько? На... патронов 7 или 10 он было уже в голову? Всех режет. Он с ножа всех режет. Как у него так 4, вообще? Это уже понятно. Погнали. Гитреди 3, 2. Надеюсь, вы зайдете в каком-нибудь непалевном месте. Я наверху фиолетовый, там. Я в каком-то трамвае черном, знаете? А, понял. И... А сейчас будет сотруднее сделать.
Вы где вообще? А я на фиолетовой башне высокой, ты рядом со мной, короче. Я знаю, ну блин. Ром, ты наверху, к тебе поднимаю. Зайди назад. Ну хи с тобой свис. Муха. В трамвае, знаете? Там, где я был. В желтом трамвае. Он юзает аптечку. Откуда у нас такой, блин, у меня патронов даже нету. А, что это за пацан вообще? Да, это тот пацан был. Походу, который Татья чуть не убил. Я знаю, вообще. Напротив, напротив. Он строит свои баррикады. А я понял, откуда, может быть, у этого пацана куча жизни было. Кит. Он фул вкачал, по-моему. Ну, тут же можно вкачивать эти способности? Да, ты убиваешь за 105. Ну. Убиваешься? О, сбоку! Сбоку? Да, справа. Грамотно. Со всех сторон. Он за баррикадой стоит, типа он в безопасности. Блин, патроны, пацаны. Дарашу его, там, мне 400 патронов. А, стоит на патроны. А, я упал вниз! Нет. Блин, ненавижу это все. И это опять следующий раунд. Одну. Где? Я в фиолетовом. Самое плохое место в мире. Я, знаешь, я возродюсь рядом с табличкой РИП, которая намекает то, что мой путь будет прекрасным. Ты умер, Дим? Нет, меня сейчас убьет. Мне. Фу, да, я шучу. Себе. Опять этот пацан с ножом. Давай, иди сюда. Иди ко мне. Там пацан с ножом. Пацан с ножом. Там двое на фиолетовой башне. А, умру сейчас. Все, пацаны, я сдох. Ну опять. Да, ты летел? Да. Ладно, народ, на этом мы заканчиваем данный выпуск. Потом подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока. Всем пока.